Привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня мы солим красную рыбу. У меня есть небольшой кусочек. Я вам покажу еще один очень интересный способ засолки. А сейчас будем делать маринад. Поехали! Итак, друзья, здесь у меня две вареных свеклы. Я добавляю примерно половину. Можно вот так. Чайной ложки тмина, потом столько же белого перца, вот. И основной компонент любой засолки — это соль. Сюда идет 2 столовых ложки. Когда мы взобьем это все в блендере, мы посмотрим, может быть, попробуем добавить по вкусу то, что нужно было. Вот такая кашица у нас получилась. Буряково-соленая смесь. Друзья, ложим ей под спинку вот такую подушечку и начинаем наносить вот эту вот буряково-посолочную смесь. Свекла даст, знаете что? Наша красная рыбка станет вот такого же цвета. Будет обалденно красивая. То есть оно как в шубе. Так, теперь берем. Накрываем. Вот такой кусочек у нас рыбки получается. Мы берем, в моем случае это вот такая доза, ложим небольшой на нее грузик и отправляем на 2 дня в холодильник. Не в морозилку, а именно в холодильник. И через 2 дня мы попробуем, что у нас получилось. Ну что, друзья, посмотрим, что с рыбкой у нас получилось. Она героически отлежала в холодильнике 48 часов, даже чуть-чуть больше. Я представляю, какая она будет вкусненькая. По крайней мере, надеюсь на это. Так. Немножко, конечно, грязноватый у нас этот процесс. Но вот так вот ложечкой аккуратненько убираем посолочную смесь. Зато посмотрите, какой цвет у нее шикарный. Вот он наш кусочек.
Ну и кидаем это дело в водичку. Пусть он отдаст вот это все ненужное. Минут на 10. Ну что, друзья, посмотрим, что там внутри. Гляньте, какая красота. Ну что, друзья, попробуем рыбку. Сейчас я себе сделаю вот такой вот бутербродик с красной рыбки. Гляньте, какая красота у нас. И с лучком. Банзай. Рыба нежная, как масло. Средней солености. Кто любит посоленей, просто чуть больше соли. Обалдеть. Что-то новое. Вы посмотрите, какой цвет шикарный. Друзья, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну и увидимся с вами в следующем видео. Пока!